Что я вам могу сказать? Бардак. Полный бардак. Что мы здесь отдыхали всегда, как говорится. Да, здесь был беспорядок. Как говорится, есть люди, которые сознательные, убирают за собой все то, что они намусорили, да. Но вот это, то, что они 10 рублей, это небольшие деньги. Но тем не менее, это деньги.